Я тебе дам денег, сколько ты пожелаешь. Это сделка. Я тебе предлагаю способность выигрывать любое пари. Ну, а я что должен? Я хочу от тебя твой смех. И это все? История одной вельми выгодной, или вельми небеспечной сделки. Держу пари, держу пари. Если ты когда-нибудь расскажешь об этом контракте, то теряешь право выигрывать пари. С самим дьяволом. Музычная казка Леонида Нечаева «Продаденный смех» на Беларусь 3.